Если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепила, когда подключалась к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. Чего ты стесняешься? Да не в этом дело. Привет, Вим. Это Реджина Джонс. Просто... Если тебе нужна работа у Уотсона, звони. Как ты меня нашла? Откуда ты вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Ви. Падай, сука, давай! А вот и наша звезда. Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню, или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так... Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос посмертия собственной персоной. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично. Один на один. Так что сама понимаешь, все теперь зависит от тебя, Чика. Ладно, договорись с ним. Послушаю, что ему надо. Дек, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сама знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакако, но Декстер — это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Нет, если честно. Все как всегда. Приходишь ты на чужую территорию, местный фиксер сразу показывает, чей хуй длиннее, но улыбается тебе и обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Официантка, которая принесет ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога. Конечно, вы ходите вместе выпить, но бизнес есть бизнес. Gracias, adiós. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо. Мило с твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. Thank you.
45, 46. Не, не хватает. Бля, я бы сейчас все отдала за... Куда едем? К Риперу? Эй, Чика, не гони, а? Я ж только поел. Я так и так собирался к Вику. У меня свидание с Мисти. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Вот оно. Пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс нам приготовил. Ну да, у вас там, конечно, народу битком. Но минут за 15... И с каких пор у тебя... Привет, Ви. Доктор Вектор тебя ждет. Я тут пока посижу. Нам с Мисти надо поболтать. Ты сегодня веселый. О, Мэлоун открывается. Привет, Вик. Как твои риперские дела? Устал. Рада тебя видеть. Усталость дает о себе. Привет, Ви. Он начинает... Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? На задании подключилась к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепила. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну, а как ты вообще... Как дела? Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Не нуди, Вик, я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что? Мы себя тоже не на помойке нашли. Я сказала, что заплачу, но на такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулась живой и здоровой. И с деньгами. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних линз. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готова. Вырезай. Отлично. Можем работать. Давай, клади свою руку, игрок высшей лиги. Вот так. Молодец. Сейчас обезболим, и можно резать. Чувствуешь что-нибудь?
Тебе что, прямо в подробностях? Ты говоришь, как стоматолог. Они тоже все озвучивают. Слушай, не издевайся. Я старый, а рука у меня своя. Соскользнет еще. Сейчас будет темно, не пугайся. Так, ну теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Ну, поначалу может быть неудобно. Помехи там, знаешь, туман, размытость. Ну, как тебе? Все в порядке? О, очень круто, Вик. Ха-ха-ха, супер. Теперь сканер. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должна увидеть счетчик патронов и новую мушку. Охренеть, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу и еще два через час. И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации имплант. Еще раз спасибо. Ты крутой. Иди, малыш. Покажи им всем. И не забывай старика, когда выйдешь в высшую лигу. Кто побеждает? Эрнандес. Лет 20 назад этот слабак Мэлоун уже давно бы на полу лежал. А теперь каждая собака ставит себе защиту черепа, а это гасит 3/4 силы удара. Раньше лучше было? Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе. Я ее гармонизирую, но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще... Ви, тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах, около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Не только вам! И вы надеетесь, привет. Что те, кто хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия – это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Тап. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить психа, я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно? Ну давай, лови! Йо, мисс Ви. Рад встрече. Декстер Дешон. Собственной персоной. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до 30?
Это что, проверка? Нет, просто моя любимая тема. В смысле, загадки? Нет, мисс Ви. Философия. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. И что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. У корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Корпораты те же мусорщики. О, ты настроена серьезно. Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами. Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает, хочет увидеть исполнителя. А что за дело надо уладить с Мальстремом? Вставляй щепку. Классическая история. 2 недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстремовцы. Среди этой техники был Болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрему. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрема главарем. Мы ударили по рукам, а через 3 дня его сместил ближайший друг и сподвижник Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель, сама понимаешь почему. Так что выбор пал на тебя. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою, а болтом займись уже сама. И еще, мисс Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? До скорого. Джек, я поговорила с Дексом. Гордит-то большой человек во всех смыслах, скажи. Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, за профи сойдет тот, кто разгребет говно за Мальстремом и Мелитехом. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстремовцы его спиздили. А Декс купил, но только не получил, потому что у них сменилось руководство. Слышал. Ройс устроил Брику дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. И еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. Еще вот какое дело.
Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Дэк что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс решил отправить меня. Ну, хозяин-барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстрёмовцев или с Паркер? Думаю, сначала постучимся к мальстрёму. Ногой. Орле, тогда я поеду к All Foods и посмотрю, что там почём. Hasta luego. А, вот и ты. Рассказывай, что нарыло. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Их оле. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Думаю, по-хорошему не получится. Это же мальстрём. У банд правила простые. Кто сильнее, тот и прав. Или ты всех ебешь, или ебут тебя. Ну что, хромовый ад? Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. А, вот как назло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. И честь для них тоже кое-что значит. Ты знаешь, чего им надо, как они живут и что их может выбесить. А вот с мальстрёмом хуй просышь. Звони, пусть открывают. Я вас не знаю. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Да, уютно тут. Пару фикусов бы еще. Они хорошо подготовились. Уёбки, блять. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Слышала про их шефа Ройса? Декс о нем говорил. Назвал его особенным. Муча сминас, чика. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Со вкусом. Заходи в лифт, ты овца! Спокойно. Они нас просто пугают. Спокойно, Ви. Не залупайся. Мы на их территории. Чего вам надо? У вас есть бот. Модель МТ-0Д12. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Нет, будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. На диван, блядь, быром. Тебе чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе чё, непонятно?
Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу. Просто сядь. Это плохо кончится, но... Сука. Ну, заебись. Чё такая хмурая? Улыбнись. Дунь. Не употребляю. Ну и пожалуйста, пизда тупая. Вот он, Болт. Модель МТ-0Д-1-2. А Милитех его искать не будет? Да насрать, пусть ищут сколько хотят. Мы стерли у Болта серийный номер и переназначили админские права. Так что если уж он твой, то он твой. Дай заценить. Да пожалуйста. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер Ворон. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку... Можно и блевануть. Ну как тебе? Да, мы его берем. Очень хорошо. Бабло вперед! Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил! Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Забей на Брика. Давай договоримся заново. Отличный подход к делу, я считаю. Условия простые. Нужен Болт. Показывай, Эдди. Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блять! Ты так и не сказала, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Жердяй, который наебал половину Пасифики! Он до сих пор жив? Жив. Еще тебя переживет. Просил передать привет. Теперь подумаешь над моим предложением? Угу. На. Понеслась, родимая! Муэрте, каброн! Бля, ну засад... Перезаряжаю! Мерда, нас отрезало! Убирай боты и контроллер, только побыстрее! Надо понять, как отсюда выбраться. Все наше, и бот, и контроллер! Пошли! Чем быстрее, тем лучше. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух. Фу, блядь, ёбаное мясо! Сейчас весь провоняю! Это ж конвейер. Вообще, я думала, ты любишь мясо. Бля, точно нет другого пути. Круто, работает. Пошли. Давай, Ви! Надо выбираться. Корпу не ублажали. Никого не умоляли, в долги не влезали. Ха, а Болт наш. Вот так и надо работать, Ви. Ты прав. Еще бы. Папа всегда прав. Приятно, что ты начинаешь замечать. Обожаю Найт-Сити.
просто город бесконечных возможностей и дружеской ненависти. Если у тебя есть кахонес, и ты знаешь, как ими пользоваться, ты можешь достичь чего угодно. Если не поймаешь пулю, случайно или нет. Так и все равно, ты помрешь с музыкой. Улицы тебя еще долго не забудут. Сплошные плюсы. Что теперь, Джек? Теперь? Я пойду к Мисте. Надо немного оклематься после наших с тобой похождений. Нас бы там легко могли пристрелить. Точно говорю. Такая уж у нас работа, Джек. Когда человек уворачивается от косы смерти, это повод для праздника. А у нас просто больше таких поводов. Дай знать Дексу, что его шняга у нас. Ай, Луэго! Как дела на фронтах, мисс Ви? Вот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчет Мелитеха? Само собой, были проблемы. Ройс нахую вертел твой договор с Бриком. Как ты его уломала? С помощью корпоратки? С Мелитехом не сложилось. Я не хотела рисковать. Так как ты сумела убедить Ройса расстаться с болтом? Единственным способом, который всегда работает. Силой. Ты крепкий орешек, мисс Ви. Уже поговорила с Эвелин Паркер? Как раз собиралась. Ага. У нее есть информация, без которой до чипа не добраться. Паркер будет ждать тебя в баре Лизис. Удачи. Привет, красотка. Не хочешь топовый брейн? Ладно, я зайду. Погоди, сначала правила. За несанкционированную запись положено наказание. Руки не распускать. Наркотики принимать запрещено. Все просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейн-данс и идешь в кабинку. Я что, из детсада, по-твоему? Типа ничего не знаю? Окей, дверь открыта. Развлекайся, крошка. Добро пожаловать. Ты смотри, какое миленькое личико. Да он ее уже бросил. Ха, кто б сомневался.